Детей и взрослых из Белгорода, которые гостят сейчас в Ульяновске, без внимания не оставляют. К ним заглянули сотрудники ульяновских силовых ведомств. Объединившись региональные управления Росгвардии, Следственного управления и Федеральной службы исполнения наказаний, привезли мороженое от ульяновского производителя. Подарили также стиральную машину, средства гигиены, продукты, игрушки и раскраски для малышей, канцелярские принадлежности. Все эти вещи помогут белгородцам чувствовать себя как дома и восстанавливаться после ужасных событий, которые им пришлось пережить. Вот мирного неба, пожалуйста, этого бы мы очень. На первое место. Да, у нас идет на первом месте. У нас где бы, что бы, но мирное небо. Жители Белгородской области страдают от обстрелов со стороны Украины уже не первый год. Но в последнее время ситуация обострилась. Пик напряжения пришелся на середину марта, когда россияне выбирали главу государства. Когда перед выборами, буквально выборы должны были начаться в пятницу, со среды у нас стало вообще невозможно. Да, перед выборами просто, да, нас уже просто ракетная опасность вообще не замолкала с утра до вечера. В настоящее время около 10 тысяч детей вывезли из Белгорода в разные регионы страны вместе с родителями и опекунами, воспитателями. В двух санаториях Ульяновской области, Итиль и Радон, сейчас находится 78 белгородцев, из которых 49 детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят оздоровительные процедуры и знакомятся с нашим регионом. Планируют белгородцы гостить 3 недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Юлия Руднева, Управда ТВ.